Мне нужно 2 добровольца из зала. Прекрасно, прошу вас. Вы знаете, у нас есть прекрасный витаминный салат, вы можете его попробовать. Вот представьте себе, что этот салат, это человек, зараженный ОРВИ, да? Который едет рядом с вами в метро, в автобусе, ну, может быть, просто живет рядом с вами, да? Вот видите, вот точно так же, как салат сейчас липнет на лицо, точно так же микробы липнут на слизистую нашего носа, да? Когда мы находимся в непосредственной близости к источнику инфекции. Вот, вот видите, видите, что происходит, когда мы предупреждены? Мы находимся далеко от источника инфекции. Браво, молодой человек. Но, есть одно но. Что, если источник инфекции внезапно чихнул? Вот видите, в этом случае поможет только марлевая повязка. Понятно?